Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлый раз попросили не есть на камеру. Ну, вот посмотрите, какая великолепная черешня под ней находится. Вот парковочные места для автомобилей. Тишина, красота, зелень. Просто невероятная зелень. Это частный сектор. Улица Толстого, 15. Поселок Витязева. Сегодня у нас на обзоре будет гостевой дом. Лидия плюс. Здесь менее километра до моря. Покажу вам маршрут, дорогу и пляж «Жемчужина России» будет сегодня у нас на обзоре. Ну, а вас приглашаю посмотреть на номера. Просто обратите внимание, какая красота. В восторге даже. Грецкий орех. Здесь есть турник для занятия воркаутом. Абсолютно для всех доступен. Можете приходить позаниматься. Территория полностью вся закрыта. То есть, своих детей можно будет отпускать, играть и наслаждаться, кажется, отдыхом. Видите, пока вы будете там либо кушать, готовить, либо еще что-нибудь. И по инфраструктуре в конце видеосюжета. Зона парковки по всему периметру, дом угловой, то что места для того, чтобы поставить свою машину, будет просто предостаточно. Заходим. Мы попадаем с вами во двор. С левой стороны у нас находится зона для барбекю, но об этом позже. Видите, уже детки играются. Теннисный стол, горочный комплекс, я не знаю, как правильно сказать, домик. Я думаю, детям будет клево здесь. Какие лапочки. Привет! Привет! Горка хорошая причем. Вот такой вот как бы мини-бассейн для детей есть, игрушки и бассейнчик для вашего отдыха с фильтрами, с чисткой. Над бассейном сейчас все это зарастет виноградиком, и здесь будет просто шикарная обстановка. Так сказать, обстановочка по кайфу. Здесь у нас зона для приготовления пищи и для того, чтобы сесть покушать. Тенечек, прохлада, друзья, у нас сейчас уже жарит нещадно. Когда сюда заходишь, прям очень хорошее ощущение. Есть микроволновый чайничек, газовая плита, набор посуд, который вам только может пригодиться. То есть, если чего-то не хватает, всегда не стесняйтесь, вам поднесут, донесут, все сделают. Стирка в этом гостевом доме платная, 150 рублей. Здесь мы выходим с кухни, есть еще небольшой дворик, и мы сейчас с вами посмотрим один большой номер апартамента, а потом поднимемся на второй этаж. Здесь имеется дополнительный душ-туалет, и заходим в номер. Есть своя зона приготовления пищи, плита, микроволновка, набор, то есть нужно вам утварь. Конечно же, холодильник, утюг. И здесь до 7 человек может быть размещено. Это одна комната. Можете увидеть кроватки, тумбочки, диванчик раскладывается, телевизор, кондиционер. То есть наполнение номеров, в принципе, вполне стандартное. Посмотрим следующую комнату. Здесь отдельно двухспальная кровать, тоже две тумбочки и шкафчик с телевизором, и тоже есть кондиционер, что там можно и здесь охлаждать отдельно. Что является плюсом для многих, я думаю, прям будет большущим плюсом, это посмотрите, какая ванная комната. Она просто огромная, унитаз, зеркальце, раковина, и здесь действительно ванная комната с большой ванной. Везде есть тазики, вдруг, если вы не хотите брать отдельно стирку, ну, дневные вещи просто простирнуть можете в тазике сами. Сейчас цены здесь начинаются от 500 рублей с человека. Вы можете позвонить, номер телефона на экране имеется напрямую. Узнать там зависит все от того, на сколько дней, сколько человек, и вам предложат варианты. Пойдемте в следующий номер. Второй этаж ведет вот такая вот лесенка. Здесь есть зона отдыха, стоит столик. Надо будет еще стульчиков вам доставить. И вид на бассейн. Ну, когда заплетет с виноградом, здесь будет просто такая зеленая дорожка. Сидите после моря себе отдыхайте. И давайте посмотрим с вами номер. Двухместное размещение. Здесь есть вот столик, холодильник, телевизор, шкафчик, сплит-система. На двоих будет вполне себе комфортно. И, конечно же, еще есть вот такой вот санузел. Можно видеть раковина, туалет. И здесь будет душевой поддон. Вытяжка работает, это тоже хорошо. Рядышком с этим номером на двоих есть трехместное размещение. Здесь у него небольшая особенность. Сейчас посмотрите. То есть заходим. Здесь говорят, что прям все свеженький, ремонт сделан, новая мебель. Вот так вот он на троих выглядит. Шкафчик, телевизор, зеркальце, сплит-система. То есть все, в принципе, присутствует, что вам надо. Единственное, чего не хватает, это душ-туалет. Вот так вот выходите. И
здесь. Это отдельно чисто для этого номера. Особенно, что надо будет выйти и зайти. Это туалет. Здесь раковина с душевой. Выглядит вот так вот. Люди сейчас проживают, но попросили хозяева отметить, что там номер большой, на 5-6 человек со своим санузлом. Так, здесь у нас находятся еще 3 номера. Давайте их все покажу вам, чтобы вы понимали, что здесь есть. Трехместное размещение с дополнительным местом, телевизор, столик. Отделка, в принципе, очень приятно смотрится. Можете увидеть система на полу ковролин. Также полноценная ванна будет. Ну и место, конечно, для хранения, плюс холодильник. Еще один номер. Он, в принципе, повторяет тот, такой зеркальный. Также телевизор, доп-место на троих, сплит-система, холодильник, шкафчик и просто немножко другие цвета. Здесь ванная. Ну и в конце у нас здесь еще один номер. Вы можете увидеть, что здесь у нас также размещение на троих, холодильник, телевизор. Все, говорится, нужные вам наборы еще есть, плит-система тоже. Единственная разница с теми, там было две ванны, здесь тоже довольно-таки просторно сунули, вот просто можете посмотреть, прям очень радует. Здесь душевая. Всем предоставляются, как я говорил, уже тазики. А сейчас мы посмотрим еще с вами один вариантик. То есть мы, в принципе, здесь немного номеров в этом гостевом доме, потому что основная часть там этого дома не сдается. А вот это корпус и еще в основном доме. Сейчас поднимемся и покажу вам заодно мангальную зону. Ни один частный сектор не может обойтись без места для приготовления шашлыка. Хотя уже встречаются те места, где и не готовят. Потому что говорят, ну столько шашлычек вокруг. Здесь их тоже очень много. Но возможность приготовить тоже у вас есть и посидеть. Поднимаемся по лесенке на второй этаж. Здесь сразу попадаем в такую вот очень интересную террасу. Стульчик-столик. Вид на детскую площадку. Можно сидеть, книжечку читать, приглядывать за детками. И давайте посмотрим. Здесь еще у нас два номера есть. Здесь кухня, столики, диванчик мягкий. Набор посуды везде присутствует. Микроволновая печь, холодильник, телевизор можно посмотреть. Допустим, если вы что-то готовите, ваши детки присели, допустим, на диван и смотрят телевизор. Всему гостевому дому есть Wi-Fi. И давайте посмотрим на номера. Здесь получается размещение на 4 человек. Номер такой просторный, большой. Сплит-система, телевизор, место хранения, шкафчик. Вот здесь есть. Опять не хватает санузла. Санузел здесь на 2 номера. Давайте вам покажу второй номер. А потом мы с вами вместе уже посмотрим санузел. Здесь у нас также 4-ка размещение. Вот в таком формате. Сплит-система, телевизор, столик. То есть также все есть для вас. И очень удобно, что кухня находится здесь сразу же на этаже, вам никуда ходить не придется. Здесь у нас есть унитаз, раковина, зеркальце. Все для вас. И ванна здесь немножечко она поменьше, чем в других номерах. Вот такие вот варианты для размещения. Номер телефона есть у вас на экране и есть у вас в названии видео в описании. Обращайтесь напрямую, торгуйтесь, предлагайте свои варианты, приезжайте, отдыхайте. Ну что, дорогие мои, нам осталось тех прогуляться до пляжа, посмотреть, что здесь есть интересного. Вся нужная вам инфраструктура находится прям рядышком. То есть нет такого, что вам придется километражи наматывать, чтобы добраться там до магазина или какой-то столовой, потому что это улица Толстого. Рядышком улица Курортная, и на ней там магазины, торговые ряды, все есть. И здесь прям вот рядышком находятся и кафешечки, и магазинчики. То есть, ну, да, короче, это Витязево. Здесь в летний период вообще все очень близко. Обратите внимание, мы идем с вами по улице, по тенечку и отправляемся на море. Как и было заявлено, я честно посмотрел по расстоянию. Здесь где-то там 900 километров расстояния, потому что мы не будем обходными путями идти, а пойдем напрямую через ЖК «Солнечный». Все особенности дороги я вам сейчас покажу. Ну и, собственно, вон оно уже, море. Ну и мы спускаемся. Морюшко прям сегодня такое лазурное, красивое. Смотрится великолепно. Птички поют. И вот мы повернули на улицу Батарейную. Смотрите, сразу здесь уже готовится к открытию шашлычка. Подкрашивается, все делают. Вы приедете, здесь уже все будет функционировать в полном объеме. Разливайка рекламируется, магазин продукты. То есть полквартала.
для того, чтобы вам дойти и купить то, что вам надо. Столовая Мария здесь есть, улица Батарейная, 11. Давайте зайдем, посмотрим, какие здесь цены. Друзья, столовая Мария, 250 грамм больше, 55 рублей, мне говорили. Юра, ориентируйся как раз таки на такие цены, чтобы было более понятно. Я думаю, что вы сможете все посмотреть, увидеть, что почем. Это улица Батарейная. И здесь можете увидеть, как все выглядит. Салатики, синенько все. Здесь подписано. Что в микроволновке соп? Долма. Вау, красота. А что из сметана, что из этого места? Брокколи. С какой стороны у нас сметана, с какой майонез? Майонез вот там, вот сметана. Это сметана. Майонез вот там. Довольно симпатично выглядит. И соки, компоты, чайная станция. Путь-дорога лежит уже непосредственно на море. Озерцо, есть мостик, очень красиво, благоустройство, камеечки. Еще одна столовая есть, но она пока еще не функционирует. И здесь начинается уже спуск. То есть мы можем по Батарейной дойти до улицы Курортной, если не ошибаюсь, и там уже выйти на улицу Горького и спуститься вниз. А для тех, кто без, как говорится, напряга, ну, хочет побыстрее, то можно здесь. С этой стороны можно без ступенек спуститься. И вот вроде бы дальше пошли пандусы. То есть очень хорошо. Обещают вот сдача колясок в прокат. Жалко сразу. Вот здесь не сделали спуск и выход. Нам придется немножко территорию ЖК Солнечного обходить. Какая красота, ребята. Здесь даже, по-моему, персик. Да, по-моему, персик растет. Здесь вот есть такой вот спуск для колясок. Входим в ЖК Солнечный. Не буду рекламировать, что здесь детская площадка, потому что тут ребятам, тем, кто живет в Солнечном, и так места мало. Здесь пока я смотрю, что еще не пооткрывались. Шашлычка тоже должна быть на пути. Столовая, слушайте, разнообразные отзывы, то есть от самых там восхитительных кафе столовая Солнечная для того, что там людям не понравилось. Но когда их получаешь, понимаешь, что на самом деле все такое вкусовщина, что даже представить сложно, как какое-то заведение, чтобы оно нравилось абсолютно каждому. Здесь супермаркет, очень хороший магазин, могу вам посоветовать. Аптека есть, и дальше вот повыше чуть медцентр. Ну а здесь вот, что самое важное, можно отметить, что мы дорогу, трассу переходить не будем по дороге на море, а спускаемся через подземный пешеходный переход. Здесь работает моя подписчица на классике. Классик у нас вроде бы нормальные цены, 23 рубля. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. И сможете видеть, сколько отдыхающих идет. Клубничка, 150 лоток, 250 килограмм. Пак аттракционов. Здесь кофейни. Сладостями пахнет прям. Я вечером проезжал здесь, уже все функционирует. Как приятно видеть, смотрите, какой поток людей. Торговые ряды, что не может не радовать. Шапочки, сладости, градости. Крема, ребята, одежда. Там. Что хочешь. Фонтанчик работает. Дальше Дель Сол. Красивая территория. Вот здесь не хватает высоченных деревьев, чтобы было как можно больше тени. Детский городок. Стоимость 300 рублей. Время не ограничено. Вот тут работает катерша. Вот тут и то есть становится все больше и больше разнообразных развлечений. Стрелять, уточек половить, шарики полопать. Вы пока можете на скамеечке посидеть. Кстати, скамеечки, по-моему, в прошлый раз не было. Сейчас уже появляются здесь. Вот тоже тенечек, машинки. Питьевой бивет. То есть вы приходите за стаканчик для воды, 10 рублей попили стаканчик водички. Если больше, то больше. Водичка привозная, поэтому говорят, что платная. Но возможность попить минеральной воды, когда вы совершили такой тренировку, поверьте, это дорогого стоит, так как это очень полезно для организма. Здесь контактный зоопарк. О, еще один батут накачивает. 46 градусов. Мы выходим на площадь перед Жемчужной России. Люди довольно идут с моря. Единственное, меня сегодня напрягает, это прям наша температура воздуха. Это просто адское пекло, ребята. Но это наоборот хорошо. Море, значит, будет кипяток. Сегодня с утра с каменных пляжей прислали уже практически 23 градуса температуру водички. Супермаркет функционирует. Вообще все туда бегут. Привет, спасибо, не надо. А почем вата? 100 рублей. Вот вата делает девушка. Счастье у детей. Не знаю, что посмотреть, что же столовая есть. Что почему интересно. Блюдо, еда. Здравствуйте. Здравствуйте.
Бундерин, салаты, борщик 60 рублей. Ценник, в принципе, хороший, выглядит все симпатично. Если кушали здесь, обязательно напишите, будет интересно. Фрукты, овощи, арбузики. Чё же, честно, устал цены снимать, они везде примерно плюс-минус одинаковые. То есть я думаю, что уже можно убедиться было на все 200%. Единственное, кажется, в своем соединении свой какой-то продавец больше нравится. Там главное, чтобы, как говорится, весы были честные. Как мне недавно сказали, калькулятор тоже может обманывать. Туалет. 25 рублей стоимость по пути. Булочки, шаурма, курица, гриль, шашлычки, друзья. Еды сколько хотите. Уф. Все, я уже есть хочу. Окунулся такой вот просто аромат шашлыка. Видишь, такой почти нет, тут 33. Мне страшно представить, сколько там на солнышке сейчас. Время, кстати, у нас час дня. Еще немножко метров, и мы уже практически добрались до моря. В час дня не советую никому ходить на море, не будьте как Юра. Просто пока туда-сюда все снял, и вот такое время мне выпало на прогулочку к морюшку. Вот здесь прям хорошо тенечки. Ну, я уже устал ругаться слева-справа. Министерские заборы. Прям немножко некрасиво. Хоть бы какую-то графику морскую нарисовали. Я, кстати, так и не видел по вот этой столовой номер один ни одного комментария. Вот здесь борщ стоит 40, солянка 90, лапша 70, харчо 80. Ну, прям ценники классные. Люди, причем здесь смотрю, что кушают. Ребят, пишите отзывы, если кушали, как вам здесь. И здесь нам остается совсем немножко, чтобы уже добраться до нашего пляжика. Дюны. Красота, есть настил до моря, это тоже очень хорошо. Адское пекло. Давайте узнаем ради интереса температуру песка. Просто температура вот показывает вот так вот 36. На чуть-чуть положим его. Уже показывает 42,6. Это о том, что у нас пляжи самые полезные. Кварцы офигенные, классные. Вот вы искупались в море, прибежали на дюны, закопались в песочек. Ну, можно прямо на берегу, но там температура будет послабже. Поэтому дюны надо беречь, потому что это лечебное. Это лечебное. Здесь на пляжике есть бар. Можете прийти. Купить себе, перекусить. Есть детские зоны. Теневые навесы, пожалуйста. Шезлонг 100 рублей. Теневая секция 200 рублей стоимость. Шезлонг плюс теневая секция будет 300 рублей. Но это на полдня, по-моему, ценники. Так что уточняйте, узнавайте. Но дешевле точно, чем в других местах. Здесь работает прокат уже. Людей, вот, как я и говорил, как бы очень мало. Вот это себе притащили и весь пляж развлекают. Вот это вот прям печально, когда люди так позволяют себе делать. Вот полностью прайс-лист, ребята, на жемчужине, что сколько стоит, чтобы покататься. Вот они услуги предлагают, ребята. Вот смотрите, по водичке, если вижу, что там есть водоросли, то здесь, ну, чуть-чуть под берегом, это явно никому не мешает. Температура воздуха 35,1. Хозяева заявляют минут 15 пешочком, ну, 900 метров. Обратно немножко через лесенку, но это, как говорится, все мелочи жизни. В принципе, мы вот пришли, кто переживал, что под берегом, что было прям чисто. Вот он, пожалуйста, чистейшее море. Это даже вот табличка «Место для купания детей» есть. То есть приходите, купаетесь. Осталось узнать. Смотрите, температура воздуха возле моря 33,4. То есть водичка довольно такие по контрасту. Вот ты сейчас заходишь, чуть сюда прохладнее становится, но это все на контрастах. И может показаться, что прям вообще леденючая. Зашел по колено, ребят, замеряет температуру. Пока она будет замеряться, мы с вами как птички полетели летаться. Thank you.
температура водички 23,1, замерял полчаса с Артурчиком, пока пообщался, он там уже шашлычка нажарил, ждет всех в гости. И что я вам хочу сказать, ну, честно, ребят, великолепно, классно, круто. Ценники все показал, все рассказал, в принципе. Не знаю, чего вам еще добавить. Номера телефонов напрямую, не являясь как бы промежуточным звеном. Поэтому можно не говорить, что звоните через меня. Самое главное, вам хорошего отдыха, дорогие мои. Все должны знать, что есть, приезжать и отдыхать в те условия, которые вам обещают. И дай Бог, чтобы оно так и было. Я надеюсь, что в будущем наши пляжи заполнятся, и мы увидим гораздо больше людей, отдыхающих на нашем Черноморском побережье. Ну а сейчас с вами был Юрий Азаровский. Всех люблю, целую. До следующего видео. Мы в интернете, не прощаемся, дорогие друзья. Эх, море, Анапа. Ну и чуть-чуть еще до вас действительно море. Только на пенсию.